посмотрите, совершенно потрясающе приобрела себе дом. Вот такую вот прессотерапию. Обалденная вещь, на самом деле, потрясающая. Вот она так надувается, сжимает ноги, выводит лишнюю жидкость, происходит совершенно потрясающий лимфодренаж, выводит шлаки. Вот видите, вот и так вот повторно. Точно так же у меня есть такая же часть для тела, обалденная. Вот, делается все по очереди. Сначала делается тело, потом делаются по очереди ноги. И еще есть вот такой вот у меня тоже рукав. Это для рук. Потрясающая совершенно история. Для тех, кто, в принципе, не успевает ходить ни на массаж, никуда. И мне это очень помогает, потому что я много занимаюсь спортом. Это снимает очень хорошо отечность. Потрясающие совершенно результаты. Жидкость не задерживается. Вот. И спасибо большое, что вообще такие вещи появились на рынке. И главное, что это можно приобрести домой и не тратить времени ни в салонах, и не устанавливать любой режим, кто какой устанавливает. Можно это 10 минут делать, можно 15 минут делать, и потом переходить на либо руку делать, либо вот это одевается как шорты, и одевается вот так вот на себя, и делается точно такой же лимфодренаж. И совершенно потрясающие результаты. Кто не хочет тратить свое время в салонах, да, можно приобретать такие вот аппараты домой, и они очень круто действуют. Мне это очень нравится, потому что вот так вот пришла домой, и 10-15 минут, и у тебя все отлично, нету ни отеков, ничего. В общем, так понравилось, что решила продолжить. Так что, ребята, приобретайте. На самом деле, совершенно обалденный. Главное, что еще все продается отдельно. Ноги отдельно, живот, тело отдельно, с бедрами и отдельно руки. Просто, понимаешь, это нужно все по отдельности, времени на это нет. Ноги всегда лучше всего. Просто подключать нужно все по отдельности. И отеки снял. Вот вечером смотришь кино и сидишь. 30 минут сидишь вот в этом, все.